Андрюша нихуя не понимает, блядь. Ладно, хуй на него, потом шкаф поставим, суманем. Давайте, заходите в инс, кто есть, там шкаф воткнем, разберемся. Сделайте меня все погромче вообще, скажите мне фидбэк. Слышно меня? Нормально, плохо, хорошо? Здорово. Нормально, да, все? Могу чуть подальше, вот так, хорошо? Здорово. То есть, чтобы, да, чтобы мне главное, чтобы меня все слышали, потому что микрофон крайне хуёвый. Скажите, пожалуйста, может кто-то из вас ставить рыбу? Я могу, и у меня она есть. Ты кто? Квазир. Квазир, все, давайте, сейчас дам рыбы. Да, у меня есть, не бойся. Ну, блядь, окей, ладно, хуй с тобой. Этого Альфа, короче, как он выйдет там из куматоза ебаного, суманем его попозже. Давайте потихонечку начинаем трэш чистить тогда. Тот, который холи паладин, бафаешь всем каски МП5, ой, 5, кулаки МП5, соответственно, ретри паладин, бафаешь всем каски. Также ретрик ставишь огненную ауру, холи паладин ставишь свою ауру. Давайте, поехали. Пуляй потихонечку. Блять, из почты свитки не забрал. Есть почту у кого поставить? В одну цель бейте, пожалуйста, уважаемые. Вот вам черепок. Черепок. Сагрики. В одну цель убейте, чтобы ему не бегать, блядь, с нас не снимать. Соответственно, тотем, пожалуйста, в студию. Тотем рядом с танком должен стоять, это важно. Только он в другой пати. А, вот точно я, блядь, забыл, что так надо сделать. Сейчас я все поменяю. Или не поменяю. Короче, терпи сейчас, потому что пока бой, я нихуя сделать не могу. У меня времени нет. Да, я знаю. Все, давай следующую пачку. В одну цель также ставлю вам метку. А он сегодня пришел. Чудно. О, мораль проснулся. Сейчас вот этого добиваем, следующих не агри. Вот к ним шкаф посуманит. Сейчас я посмотрю, в дискорде он вообще нет. Он, блядь, еще сидит в 10-1. Это рекаунт, а у тебя есть про 2? А паладин еще? Их нихуя нету, я спрашивал. Блять, а почему у меня написано, что он не отсутствует, а он отсутствует? Это какая-то хуйня. Ладно, давай дальше гуляем тогда, похуй. У нас, блядь, 10 локов, мы потом его присумоним, ничего страшного. Уходим, потому что фиром может кого-то закинуть. Да, давайте за стеночку. Все, никто не бьет, пока танк не найдет. То же самое, бьем в одну цель, потом мы не забываем. Типа, если два моба, вообще похуй. У меня ЛПшки заебись. Ну, не важно, все равно. Я таргеты меняю постоянно. А если больше двух мобов, там уже хуёво будет. Потому что наш напул нахуй где-то дрочит, он заебал, блядь. Я вчера 2 часа мишкой чистил трэш в каре, блядь. Ну чё, как тебе понравилось? Мне, ну заебись, хули. Классно, да, было? Я одного босса не убил, блядь. Незабываемое вообще, воспоминание просто обо всём. 3000 репы, блядь, собрал. Тут же стоим, он приведёт сам.
стоим, не уебываемся. Не надо туда идти. Сейчас фифметку поставлю, в этого лупим. Первым сливаем череп, соответственно, вторым сливаем крестик. Хочу часы ебаные с мороза, блять. Сегодня выпадут, я договорился. Да, заебись. А то у меня паутинка ебаная, 111 выносливости, блять. Ну, это не самая хуевая трения. Ну да, она, блять, на самом деле. О, нихуя, это что такое? Ебать, боеха. Так, хуй знает, сколько там идет, блядь, мы уже съебемся. Да, давайте не уебываемся, так же за стеночку лучше. Первым сливаем коня, сейчас поставлю. То же самое. Череп-крест. А, тут всего один конь. Ну и все, заебись сюда. Я, блядь, пока танчил, уже 5 печенек съел. Че за печенье? Настоящие? Овсяные, ну. А, я думал, блядь, че ты хуяришь? Да хули проснулся, надо подкрепиться, блядь. Ну, блядь, шаман пришел какой-то наш, шершам, блядь. Молодец, пацан. Вот, чуть-чуть бы он раньше пришел, было бы заебись. Какой ник у него? Ну вот, какой-то, смотри, Золи, блядь, первый раз его вижу, но написано, что это Ршам. О. Да ебать, там берут, нахуй, они сидят АФК, эти люди. Вот здесь, за стеночкой, мы остаемся, он приведет сюда. Сейчас, вот тут. То же самое, череп-крест. Тотем. А, стоит. Тотем обязательно. А у них же рынжа какая-то, да? Они, если далеко от них слышишь, вроде не теряют. Я вообще ничего по кражану особо не помню. Я помню тактики, но каких-то особенностей вообще прям. Провал в панике, давно это было. Я тоже придумал. Так-то это хуйня просто, что мы ободрочили, вот это, блядь. Ты помнишь тактики на джайны, нахуй, не помнишь тактики на кражану. Ну, ну хули джайна-то. Дес, блядь. Хай контент, блядь. То же самое. Давай чуть-чуть подальше, вот за вот этой стеночкой, за которой мы стояли, за нее, да? Да-да-да, вот здесь. О, ебать, я набрал друг. Так, давайте аккуратненько хилим поусерднее. Сейчас поставлю меточки, череп, соответственно. Сейчас еще одну, вот крестик. Сауе, осторожно, сначала сыграйте в этих хилерах. Да, пожалуйста, аккуратнее, у нас на пула все еще нету, потому что этот человек не хочет рисовать. Он, блядь, что-то сидит там где-то и дрочит, пока мы трэш бьем, к слову. Если он до босса не придет, надо будет его поменять. Или как минимум отхуй сосит. А, и то, и другое. Лучше и то, и другое, да. Морали, это ты, друг мой? Нет, наверное, это не он. Часы посмотрим. Потом зашел. А кто Квина захуярил? Вот этот мом, да?
охуерил. Пойдем вот за эту стеночку. Мне кажется, они все прибегут нахуй, так что, ну я хуй знает, как их собрать. Ну да, ну вот за эту стенку один хуй тащи. Так, ой, блядь, я бегу. Разливай здесь. Ну давай, принимай, вот тебе череп. Вот тебе крест. Вы не... Блядь. АОЕ меньше, ребятки. АОЕ меньше. В стеночку куда-нибудь постарайся упереться. Хотя там, блядь, один хуй выферит. Да? Ну, блядь, может быть, там в углу будешь бегать. Ничего страшного. Хильте, хильте, хильте его. Лучше хильте. Сейчас надо в пати тебя переставить. Суфа поставлю тебе, чтобы он, если что, мог тебя спокойствием попечить. Все, этих АОЕхай просто закинул эти. Там на них уже доты висят, не знаю сколько. Вытаскивай из-за стенки. Ну, ёбки бегут. А чё они вокруг начали бегать? Ну так вот. Не первый раз вижу. Хуяси. Пока не надо ауешить. Дайте ему доты накидать, хорошо. Еще одну лужу бросит, доты накидает, потом будет ауешить. Пока просто точечная, не знаю, вот вам, блядь. Череп в него хуярьте. Чтобы не срывали. Паладин гнев небес можешь ждать однажды. То же самое касается хули паладина. Не прекрасно. Я просто, ну, я не смотрел, в чем там делать. Напоминаю, что есть такая функция. Не все об этом знают. О, ебать, он проснулся. Все, вот этот трэш добиваем, тогда суммоним нашего, блядь, горя на пульщика. Все, мы уже будем бить босса. Я посмотрю, он в дискорде, нет? Нихуя он не в дискорде. Конечно, ДК танчить трэш, нахуй, такие пачки, такая хуйня, нахуй. Нужен урога и хан. Да, у вас специальная спеку второго танка. Кто, кто есть? Спеку второго танка. Нету, нахуй. Придется страдать. Мы у одного танка, мы сильные. Нам похуй. Пойдемте вон туда, вон туда внутрь зайдем, мало ли, все-таки чиниться придется. Да и заодно репу пофармим. А вы чиниться не сможете, там репа нужна. А, ебать. Ну, все равно вот как раз репу и покачаем. Ничего страшного. Там превозносная репа. То же самое, особо не лупите, смотрите за своим макро. Ну тут, скажем, вот смотри, вот. Ты проебался или ты передумал говорить? Да ебать, где это, надо же нажимать нахуй. Ну ты поставь себе, чтобы можно было не нажимать как-то. Да ебать, я же не реду.
тебе можно, ничего страшного. Ты делай просто горячую кнопку на выключение микрофона, как делается. Это ЛПшка, нахуй, одновременно, да? Так я тогда заебись буду говорить. Ой. Не, у меня стоит по голосу, но горячую кнопку стоит, типа, на выключение микрофона. Короче, тут хотя бы 2 милика есть. Я вчера был в пати, там, 1 милик был, я Мишкой танчил. Ну, Мишкой оно получше, массуха держится. Но тоже, если люди не понимают, нахуй, если они секунду ждут и начинают его ешь сразу, ну, залупа получается. А тут хотя бы ретрик, вар, блядь. Ретрик может вспышками хилить, подхиливать, играть. Ставь рыбу сразу. Рыба сзади стоит, возле кубика. Блядь, а чё он не присуманился, я не пойму. Вот он, всё, садись. А. Садись, хавай, братан. Всё, сейчас я... Ой, поставьте, пожалуйста, кто-нибудь почту, если кто-то имеет такую функцию. Потому что у меня там лежат свитки престовские. Я их не забрал. И у меня, у моей почты КД час еще. Нет, туда ни у кого таких функций. Ну и все, нахуй, будем час, значит, идти, блядь, без свитков. Или давай порт, да, вы меня суманете. Свитки обязательно надо, блядь, чтобы были. Давай, 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 да, да. Сейчас я... Да, лети и просто уже суманем, в чем проблема. Я вообще за то, чтобы вместо одного лока был ШП, нахуй, ну, хули. Да я тоже бы, знаешь, по классам бы перебрал бы все как полагается. Ну, ну так-то мы принесем, просто будем страдать. Мы сделали минимум людей не из гильдии, то есть у нас, блядь, хули паладин и лем не из гильдии. И все, остальные все свои зато. А что за гильдия у паладина? Не знаю. Паладин, заебал, вступай к нам, заебись будет. Это, суманите меня сразу. Да-да, Паш, смотри, какая тринька, да, просто пиздец. Хочется плакать. У кого? Пала. Ух, и пала? Ебать. Ну, типа 25-ка, да? И эти яйцо. Да. Ну, да. Яйцо я хуй знает, залупа, конечно, блядь. Да не, я просто про вторую тринку. Ну, которая симптом. Которая нам не падает. Я вам пиздатую триню в натуре сролил, ну. Ну, 25-ки же по КД падают. Ну, у нас не падает. Так, все, ребята, что хотелось бы напомнить по этому боссу. Босс на перифазе скидывает игру, это единственная его неприятная особенность. Все остальное, все просто. Бьем коня, бьем снова коня, и потом бьем пацана на коне. И закончили. Все, давайте. Так, секунду, сейчас я на рекаунта. Тебя с пула буду хуярить, рекаунт из серии. Блять, я, кстати, этот не взял, как он называется, Омин не поставил, чтобы за вашим агро смотреть, поэтому, пожалуйста. На боссе вообще хуй забейте на агро, нахуй, а вот на трэше, нахуй, сами будете виноваты. Ну, на перифазах, я напоминаю, на перифазах босс агро сбрасывает. Да, это не надо, об этом забывать не стоит. Поэтому... Скажешь, когда готов будешь. Все, готов, я написал. Все, готовность проверяю вашу общую. Все фласки, хуяски, все намазались, чтобы все было у вас заебись. Все, давай, пуляй по своей собственной готовности. По тумену с него не срывайте. Просто дальше продолжаем в коня тыкать. Что-то у меня Омен цифры не показывают. Тебя заебись, у тебя хотя бы Омен есть, у меня вообще нихуя нет. Да он не кажет цифры вообще никакие. А хотя на ловчем кажет. На полночи не показывает. Блять, хуёво, у нас 3% меткости нет. У нас вообще нихуя нету по бафам, поэтому привыкайте. Ну хоть 10 АП и 20 хосты на миликов есть. Да, единственное, что заебись, что у нас есть хотя бы на миликов, да, хоть что-то. То есть, как минимум, мораль должен быть на ранее.
это что, он заново запустился или это такие фазы? Нет, это он сел на коня. Бля, я аж попутал, нахуй, думаю, что произошло, блядь. Я просто Кражан Гер вспомнил, нахуй, он же пиздец и выйдет, вот этот босс, на. Больше всех. Ну, какая-то залупа ДБМ пишет. Незримое присутствие, это что вообще такое, блядь? Может, баф какой-то, дебаф? Да и похуй. А хули хилить-то, ебать? Да, ты можешь пойти палкой ему навтыкать, нахуй, поебал. О, нихуя чардж дал. И это, встань поближе, кто там дальше всех стоит, в кого он чаржился. Давайте все в мелизону подойдем, чтобы он не выебывался. Ну вон, проклятие минус хил. О, ебать, он жесткий, нахуй. Да, кстати, видел, у меня что-то промахи были. Хотя это из-за 3%. А у нас дренее есть? Нихуя у нас нет. Вообще нихуя нет. Мы просто собрались, блядь, как хуй знает, сборная солянки и пошли. А чё, вот это проклятие может кто-то диспелить? Маг, друид? Вообще, по идее, маг диспелит по все проклятия. И друид диспелит проклятие. Рассеивание, суф, смотрю, да. Рассеивал. Очень удобный в этом плане аддон, как минимум. Этот Explorer, он хорошо показывает все, что вы можете диспелить. И декурсив. У вас там прям в одно нажатие. То есть будет такая панелька специальная на экране. И прям вы на кубик нажимаете, и он сам диспелит. То есть вам не надо кнопку искать. Кому интересно, поставьте, очень удобно. В Кражане Гер очень пригодится. Я весь бой прыгаю, мне вообще похуй. Не, ух, ну не надо хуя, все равно не поймаю его утром. Я уже говорил, десятки ходить не будет, что ты делаешь? Кто я? Васек. А, Васек, Васек красава, давай, блядь, ходи и ходи. А где он тебе 24 возьмет, нахуй, без десяток? Какие 24, я рубру? А чё там, он не носит, что ли, или чё? Нет. О, нихуя, смотрите, пацаны, чё выпало. Давайте, ребята, только по мейн-спеку. Всё, что вы хотите рулить на офф-спек, вы договариваетесь. По мейн-спеку, Паша нажимает, мне нужны эти запы. Нахуй, какие запы, ебать. Это, пожалуйста, блядь, кто будет рулить не на свой спек, пойдёт нахуй отсюда. Да, согласен. Мне казалось, ты нажал не нит. Короче, пацаны, в натуре не знаю, но мне надо их зачарить и ставить два камня. Бля, или давай один. Ты потом будешь с ними вот, потом будешь облизываться на свои запястья. Пиздуй, агри, спускай и вон за стеночку ставь. Я понял. Это арктический мех, один арктический мех и ювелир с синим камнем на стамину есть? Я не знаю, у меня есть на стамину или нет. Пошукайте там, блядь. У меня просто дефолтный эльфий стоит, а не с какими-то еще добавками. Давай, этот, док, ты будешь, короче, это, по почте мне отправляй, блядь, тут кто-нибудь ящик поставит, блядь. Будешь по почте мне... я могу КП накинуть. Будешь мне камни хуярить. Блядь, Слава, пиздуй танчи, нахуй. Я могу в ГВ перед этим, я тебе... Ребята, стоп пиздёшь, нахуй, за стеночку сразу встаньте, видите, где дым? Здесь будет трэш собираться. Поэтому вот сюда куда-нибудь. Напоминаю о том, что у нас один на пул всего. И, блядь, ДК, который не особо держит трэш. Поэтому тоже много не выебываемся. Тут, короче, патруль ходит, сейчас они пройдут немного. Ну, ничего страшного, мы подождем. Сука, пидор идет еще один, блядь. Рот ебал, блядь. Короче, будет хуёво, потому что, ну, поэтому капли готовьте, я хуй знает, что там. Какого, да. Гнев небес, первый дашь ретрик, второй гнев небес. Ты куда? Встань, блядь, за стенку, я тебе говорю. Слава, ты пиздец, нахуй. Мастер аур по огню дай. На пули ему быстрее, трапу поставь, на пули ему хорошо. Друида я тебе в пати так и не перекинул, поэтому спокойствия не будет. Слава, ставь вот, блядь, где дым, видишь, нахуй, я кинул специально, за да, стеночку прям.
Тогда будет все гораздо удобнее. Вроде... Все, давай за следующий, давай за следующим. Атанда. А тут больше кожа-то никому и не нужна. Тут кожа, да, никому не нужна, поэтому троллишь, что хочешь. Вы только отходите от огня, блядь. Да, мастер по огню откатится, то же самое прожмешь. Я про СКД не помню, там у него большой, небольшой. Отходите, он весь рейд дамажит просто. Ты посмотри на рейд, он вообще не садится нихуя. Нормально пацаны хилят. Давай следующий. Чё-то трэш, по-моему, блядь, не такой жесткий, как раньше был. Или это мы такие охуенные? Это мы охуенные. Ну хуй знает. Чё там, кто-то сделал камень мне 30 выносливости? И один арктический мех надо. Сначала на пул, пацаны, сразу не вливаемся. Сначала на пул вытянется. Да, да, вот так, все. Давайте. Поехали. За контрольте, вихрять, спасибо. Я забыл, да, тут есть такая функция. Вот Рэша иногда он может брать кого-то в контроль, соответственно. Все мамкины депрессеры. Смотрите, чтобы не убить своего товарища. У них у некоторых невосприимчивость, у вот фантомных этих петухов. Так что типа вы срываете на свой страх и риск, я ничего не сделаю. Поэтому просто дольше играем и все. Все пизды уже за следующими. Я пока не могу использовать эту. Как крысы, блядь. Ебать. Один пошел доебываться, катка за клубом стоит. Поднимайтесь, короче, сюда быстрее. Давайте, давайте, бегом. А че у тебя там? Ой, ебать, нихуя ты там натрал. Хильните быстрее, ой, да. Не успели, ладно. Вайп палина. Можете падать. Там Питер какое-то замедление кинул. Застанили, да, походу? Нет, там какое-то замедление кинули, нахуй, хуй знает. Блять, надо было с тобой Пава отправить, чтобы он тебе фридом дал и все. Заходим на лестнице, становимся, рыбу ставим, бафаемся. И поднимаемся наверх, там уже будем бить в пизду. Уже вот на вот этой, на после первой лестницы на площадке. Текстуры вроде хорошие, бомбы не проваливаются. Главное, чтобы пауки ебаные не приходили. На лестнице вообще трэш бить сам вело. Не, они не приходили, я вчера бил на лестнице. Они не всегда же приходят, только интересный, блядь. Они когда хотят, тогда приходят. Так а текстуры тут весь хорошие, даже вон те деревянные стоили, блядь, оббегали мобы. И... может быть, может быть, может быть. Но через стенку один хуй лужи агрится. Но они оббегают просто ее. Ну, у них было, в принципе, 3 реалма, чтобы косяки подправить. Каску на себе не вижу, все вижу. Давайте, поднимаемся. Ага. Поднимаемся все дружненько. Ну вот тут, короче, стоите. Да, вот тут, на вот этом, на первой лестнице. Ну видишь, парашу кинул какую-то. Так, дайте напулить, всех, всех дождитесь. Все, теперь подвивайтесь уже.
Там сверху несколько мобов зависло, они там что-то кастуют, выдумывают. Похуй. Угрожают чем-то, я хуй знает. Там твой пет, смотри за ним, он там, блядь, в гости чуть всю семью не привел. Возьми, вероятно. Еще контроль. Да-да, сейчас пойдем на морозы. Вот этот трэш добьем. И вот этот вот, который еще тут стоит. Не всю комнату, разумеется, ну и нахуй. Во-во, еще вон того последнего, сейчас я его приведу. А то крыш не сбегается, если его не зачистить? Ну, пули обязательно. Угу, воин, красавчик. Осторожнее, ребята. Тут у некоторых иммунитет к таунту, поэтому опасно, да. Блять, вот Рэша по пол ляма, я ебанусь, на. У некоторых 800 тысяч, во, фантомный лакей, блядь, понял? 800 кусков просто. Вообще пиздец. Охуеть, они там ебанулись, что ли? Тут расчет, знаешь, на чё, вот, допустим, какой-то танк охуен, ну, не знаю, блядь, пал или мишка, и две роги, нахуй, и сплэш ауе, нахуй, какой-то, блядь, вот именно, ну, что на пол. А у нас нету, нахуй, такого. Давай за стеночку также выводи. Вот сюда, да? Вот так, остановись. О, давайте на пол обязательно то же самое. Не забываем о том, что у нас танчит ДК, и желательно бить в какую-нибудь одну цель. Сейчас я вам въебу вон какого-нибудь фантомного гостя. Вот этих по 180, это приятный. То есть, можете ОЕшкой, конечно, позаливать. Да, эти проще. Ну, типа, либо 800к, блядь, либо 180, конечно. Ну вот, фантомный распределитель, 750, на. Нихуя.
ну чуть за приколюха. А, это типа, блядь, это, типа, магию делать. Че, в ВК реально надо было, чтобы изучать скилл какие-то книжки находить, что ли? Ну, это, по-моему, типа, альтернатива была. А, то есть ты можешь учиться у этого, можешь, у вендора, да? Вроде как так. А, можешь купить. Я понял. Если парень не знает, там на определенные скиллы, именно такие. Там, блядь, смотри, там ебать, это что за хуйня? Паук-ловец, блядь, привет, нахуй, крожан. Черная вдова, блядь, вон, вся семья пришла, смотри, на. Прикольно. Пидоры. Я не понял, это Пет какой-то сбегал, привел, или что произошло вообще, почему он так сделал? Сейчас после этого трэша дашь хилам отбиться. Хотя не надо, у них нормально ман. Яд без пыльти. Затем очищение въебить ненадолго. Он быстро все поснимает. Ну, правда, с одной пати только. То же самое, накидайте каску, каск, спасибо. МП5 тоже брось, не пожалей души. Все, тащи следующих. 500к просто, бля. Ну, скелет, официант, хули. Это тебе не какой-нибудь фантомный гость, блядь. Это серьезный моб. Какую вам прожарку, мусье, да? Давайте заходим, не боимся. Вот тут прямо в него становимся. Здесь, по-моему, фир кидается. Или блядь, подчинение, что-то из этого. Поэтому тотем тоже уеби на всякий случай. Помнишь, что тут что-то неприятное было? Да у меня сейчас, блядь, экран размыт из-за того, что у меня, блядь, скелет бухлом кинул на меня. Кстати, я не помню, как эта хуйня фиксится. Ну, как там в настройках можно что-то там фиксировать. Да, что-то свечение, ну. Да, я помню, что это как-то выбирается. Ну я типа хардкорный пацан, нахуй. Я никуда не вижу, но, бля, ЛПшки жму и все. Тем более, что тебе видеть нихуя не надо. По большому счету. Что-то вон тот пидор застрял, блядь, стоит. Ну, прям подходи вот этих тоже с этого стола. Вот этих тоже тебе подтяну сейчас. И все. Здесь дотанчим. Я не знаю, вот тех будем чистить или мы просто босса сюда выведем? Да по идее надо, я хуй знаю. Надо, мне кажется, а потом вдруг фиряет кто. Да похуй, давай, я все равно репу качать. Поебать, тут всем репа нужна. Никто не огорчится, я думаю. Сразу АУЕ не крутите, дайте. Подождите, пока мораль подойдет, трапу поставит, напулит. О, теперь поехали. А тут танцевать надо Гери. Нет, это Каражен Герда, ты путаешь. Тут нам единственное, что надо, это ШП либо законтролить, либо убить, нахуй. И ретрика ебаного либо законтролить, либо убить. Остальное по тактике тупо, ну, босса бьем и все. Сейчас я посмотрю, кто у нас вообще есть. Вот есть у нас ШП. И сейчас еще гляну. Барон, по-моему, ретрик. Сейчас я посмотрю, кто он.
Сука, все забагалось, надо релогаться.